Резиденцию Деда Мороза в Олимпийском парке посетил генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, депутат Государственной Думы, общественный деятель Михаил Терентьев. Добрый день. Спасибо, что вы приехали в Сочи на Паралимпийские игры. Поэтому вчера в горах был снег виден. Вот специально. Зимний волшебник рассказал, что следит за успехами российской сборной на Паралимпиаде. Дед Мороз и Михаил Терентьев сошлись во мнении, что нынешние почти полсотни медалей для россиян не предел. Большая просьба, чтобы ты помог мне совершить большое волшебство. В течение всего года на Вологодщине, на моей родине, проходил конкурс росписи по матрешкам. Расписывали на олимпийскую и паралимпийскую тематику. Так просьба моя в том, чтобы каждой эти матрешки помочь вручить нашим спортсменам-паралимпийцам подарок победителям. Хорошо. Обязательно передам. Вместе с главой Паралимпийского комитета России в гости к зимнему волшебнику пришли и воспитанники детских домов, дети с инвалидностью. Детишки пообщались с Дедом Морозом, получили из его рук подарки, узнали секреты вологодского кружевоплетения, шумогодской резьбы по бересте и чернения серебра.